Малахов бросил жену и отправился с другой женщиной в... Андрей Малахов и Лера Кудрявцева продемонстрировали нежные чувства на публике. Телеведущих застукали за поцелуем в Сочи перед открытием музыкального конкурса «Новая волна». Шоумен проявил довольно жаркие чувства к коллеге. Он страстно поцеловал звезду. Видео произошедшего выложила в стори своего инстаграм-аккаунта сама Лера Кудрявцева. Такие горячие кадры смутили поклонников знаменитостей. Своим поведением ведущий провоцирует слухи о романе. Отметим, что Андрей Малахов женат на Наталье Шкулевой. Только недавно Шоумен рассказывал о своих чувствах к супруге. Пара живет душа в душу и вместе воспитывает сына Сашу. Единственному наследнику Андрея Малахова скоро исполнится 4 года, но Шоумен до сих пор не показал мальчика публике и держит в тайне все, что касается ребенка. Известно лишь, что телеведущий активно участвует в воспитании ребенка, не сваливая все заботы на плечи жены.